Ти знаєш, що хотіла сказати? Ти сьогодні зранку не сподобався мені взагалі. Так, ти розпочав ефір, такий сидів, лінивий, нічого не хотів, туди-сюди. А виявляється, що це тебе була не зовсім лінь. І так. Сьогодні з питанням лінії ми будемо разом розбиратися. Знаєш, з ким? З допомогою кого? А ну, давай. Ну, ти точно знаєш. Ну, звісно, знаю. А давай. От наші глядачі ще не знають, і тому ми хочемо представити вам. От я хочу сказати, що це все ж таки стильний психолог. Але це психолог-стиліст Ганна Зубчевська. Доброго ранку, дякуємо вам, що ви розпочинаєте цей ранок з нами. Взагалі, от скажіть, ви по натурі буваєте інколи лінивою? Так, звісно, я тому вчусь. Ну, у мене возраст такий, тобто мої сверстники, вони чаще всього мені 44 года, они не умеют это делать. То есть это те девочки и мальчики, которые себя заставляют лениться, там, посидеть, научиться отдыхать и так далее. Но дело в том, что лени бывает два вида. И важно вот распознать, какая твоя, и понимать, это вообще беда или горе. Первый вид, это такой, знаете, это то, о чем говорят в народе, лень-матушка. Вот это про внутреннюю мудрость. Это классная штука, кому она дана и кто себе ее позволяет. Это вот, ну, реакция тела на бессмысленные действия. Это внутренний такой голос, который говорит, мы туда не пойдем ни за какие ковришки. Бывает такое? Вот ты прям чувствуешь, не, я туда не пойду, не, вообще ни за какие деньги мира. Бывает? И это классно, если вот есть тело связано вот с твоей там душой, с сознанием, есть эта связь. Потому что, ну, это как вот правильно, не такое рационально. Ведь за миллион долларов купить конфетку, туфельки, это бред? Бред. И там есть такой внутренний диалог, который предполагает этот энергообмен. Он понимает, я чувствую, там не будет бонусов. Так. Чувствую. Вот это про лень-матушку. Матушка – это же про образ мудрости. Поэтому это классная штука. И, ну, там тоже бывают ошибки. В данном случае нужно, знаете, с собой разговаривать. А там точно нет выгоды. Нет классного бонуса. Ну, например, вот я как стилист и психолог работаю на грани двух профессий. Девушка, клиентка заказывает разбор гардероба. Говорит, ой, Аня, полгода хочу, и все, мне лень. Как посмотрю на этот шкаф, думаю, не, я туда, это нереально. И вот когда ты понимаешь, что оно тебе надо, но недостаточно мотивации, можно поговорить с кем-то, ну, если ты сама собой не умеешь, да, мы-то умеем, девочки. То ты берешь лист, стик, бумажку, и ты разговариваешь. Что это мне даст? Ведь разбор гардероба – это не только порядок в шкафу, это порядок в душе, в голове. Ты такая зашла в шкаф, а там место силы, все тебя ждут. Все на месте, все красивенько, все такое одела, и ты красавица, все тебе служит. Когда ты понимаешь эти бонусы, ты такая, а, ну, может, таки и приступим. И второй вопрос, который очень важно себе задать, если ты постарше 30+, они же все там на чувстве вины воспитаны, вины, да, и надо спросить, кому еще от этого будет классно? Тобто від того, що полінуюся? Да, ні, що я це зроблю, що я все-таки зроблю. Ну, наприклад, якщо я зроблю цей же розбір гардероба, якщо вот в рамках цього кейса, ця дівчина спрашує, ну, кому ще це принесе пользу? І тут вона така, ну, наш женский пример. Ой, это такой положительный пример моей дочки. Она будет такая господиня, она будет понимать, как это... Ну, то есть кому-то еще будет хорошо. Або снять сторис в Инстаграм и сказать, какая господиня, зробите все. Да, да, то есть максимально надо найти там много выгоды. Вот так вот идти туда. Просто я же говорю о том, что некоторые стесняются выгоду себе. Ну, типа, это так, ну, некрасиво. Так, а наше соромитися, я не розумію. О, ну, вам скільки років? 28. О, ну, так, дайте пятерочки, подержусь за вас. Вот это то поколение, которое вже не соромиться, делать себе хорошо. А я говорю, тем, кому 30+, там еще дополнительный вопросик, когда разбираешься с мотивациями, кому от этого еще будет хорошо? Так, я хочу разобраться, секундочку. Тобто, є питання лінії, лінь матушки, це нормально. Це класно, да. І виходить, потрібно інколи лінь переборювати, якщо ти бачиш самовигоду? Переосмислювати. Ага. Потому что некоторая, действительно, это лень такой защитный механизм, куда не надо идти. И надо себе просто переспросить, а какие там выгоды? Якщо дійсно немає ніяких... Якщо немає, мы никуда не идем. Мы себе говорим, боже, да это же супер, какая умничка. Я все прочувствовала, да. Мое тело мне в подсказку, что оно прям, ну, не движется в ту сторону, вот не идет. А вот где лень матушка, а ще є? А есть лень-болезнь, назовем ее так. И очень многие игнорируют. Сейчас, вибач, я хочу уточнити один момент. Це дійсно хвороба? Да. Чи це, ну, просто вот видите, название одно в народе, лень. Вот говорит, он лентяй, он болен, у него депрессия. Как, ну, какие симптомы? Знаете, как про депрессию, несмотря на то, что уже 21 век, все равно говорят, как про вегетососудистую дистонию. Типа, ты какая-то фигня.
Та ні, я б не сказав би, що це саме так. Ну, можна цілі дискусії розвертати, да, і наші зрителі вже слышали немало діалогів на цю тему, але тим не менше, це така риторика. Так ли це? Чи він лежить на дивані, чи вона? Ну, чаще это типа лентяй или там лентяй. Просто характеристика. Да. Да, на самом деле, если, ну как понять, что это болезнь? Вот, ну вы только вдумайтесь, некоторые люди говорят так, я уже 2 года не могу встать с постели утром на работу. 2 года, долго. Так. Кто-то говорит, боже, я уже 10 лет не могу спать с мужем. Ну это о чем-то, да? То есть ей лень заниматься сексом, понимаете? Mm-hmm. Кому-то лень кушать. Они там в дистрофобию, да, впадают. А, нужно понимать, как долго с тобой это происходит. Ну, согласитесь, 10 лет, 2 года, да. Ну, это... За этим стоит такой экзистенциальный кризис. Это переоценка ценностей. Это уже другая история. Вряд ли возможно разобраться без специалиста, это психолог, иногда психотерапевт и психиатр. Нужно, короче, нужно поднимать вот свою задницу и идти именно к врачу. А их 3 вида, да, я их назвала, какие это врачи. Можно, кстати, и к терапевту сходить, но просто он как бы неврологу, он увидит и все равно направит туда, куда я говорю. Но вот интересная штука с этой ленью, болезнью. Все же мне очень часто говорят, ну а как самостоятельно, если я живу в глубинке, если нет этих психологов и психотерапевтов? Это вообще нужно просто на уровне осознания понять. Тебе стало лень так жить. Так, как ты живешь. Так. Звучит оно вот так, что ты аж немножечко, ну, приводит в тонус. Лень жить, о боже, ну это уже угроза, да? И это правда, это лень жить именно так, как я живу. Потому что за ленью стоит или страх, или потеря интереса. Ребята, вот я в 6 утра к вам приехала. Вы что, думаете, я так люблю в 6 утра вставать? Мне не лень, потому что мне что? Интересно, у меня дебют. Я 1 000 000 лет на телеке, но прямой эфир первый раз. Витаем у вас. Да, дякую, да. Да. Це звучить як тост. Да. Ну, поэтому мне не лень. И вам, наверное, не лень, раз вы здесь, да, раз ну, так все очень нарядненько, да. Поэтому есть интерес за этим всем. А когда человеку лень, вот ему прям лень жить, нужно переосмыслить жизнь, менять работу, менять окружение однозначно. Это первое, с чего нужно начинать. Потому что, ну, это правда, знаете, мне очень нравится это выражение, что вообще общение – это как секс. Это еще надо вызвать интерес, желание общаться. Это мудро. Да, это очень мудрое высказывание. А мы так делаем это, знаете, типа, ой, ну так неуловко. Вот это я послушаю ее ерунду. Ой, с этим поговорю. Что там у нас в стране делается? Ой, так, ну, очень интересно, так. Да? Ну, слушаю. На самом деле в этот момент я раздаю энергию. Потом я такая, оп, и гуглю, и понимаю, что у меня эмоциональное выгорание. Так. А ну откуда? А потому что пошла и раздала, или раздал всему свету, куда не хотел. Вот даже, ну, кейс вам. Перед тем, как перешагнуть порог студии, меня любезно проводила ваша коллега. И я настолько благодарна, что она меня сюда довела, что я же могу и не дойти, потеряться в этих всех дверях. Но я уже давным-давно не стесняюсь сказать, когда она ко мне заходит поболтать о жизни, а у меня 5 минут до эфира, скажу... Прости. Ну, у меня свой ритуал, я должна вообще вспомнить, что, где, о чем я буду говорить. А раньше я это стеснялась. И бывало, что я захожу в студию, и, о боже, это, ну, такое. И так в жизни у каждого из нас, нам неудобно соседке отказать, подружке, вот это вот, вот ты сейчас не в тему, я сейчас... Вот послушайте, энергия — это как бензин, ты чувствуешь, я на нуле. Поэтому так. Я не имею права уходить в мінус. Мене вони не вилічать. Тобто, дивись, виходить, що ми повертаємося до вічної теми, це до чесності з собою і до взаєморозуміння себе. Щоб ти себе розумів. І нічого в цьому такого соромно не буде, якщо ти скажеш, слухайте, друзі, я, звісно, все розумію, але у мене трішечки зараз запасів немає. Потім. Це сміливість, і на неї можуть рішитися ті люди, які або попали в цей кризис, о якому ми говорили, коли вже лень жити саме так, або ті, кому повезло, кому батьки подали класний примір, це ваше покоління, чуть помладше мене, яким вже там батьки, знаєте, як кажуть, к психологам можна не ходити, діти сходять. Вот я то поколение детей, которые сходили к психологу, потому что наши родители не ходили, не было этой культуры, да. А ваши, те, кто помладше,
младше, они уже не ходят, они уже подали пример родителей, которые не хотели жить, разводились, не нравилась работа, уходили, в общем, которые уже позволяли себе жить так, как хочется, а не так, как нужно. И еще один классный тезис. Кто такой трудоголик и кто такой лентяй? Трудолюбивый человек, ну это такая ирония, это тот, кто делает то, что надо. А лентяй – это тот, хто робить те, що хоче. Клас! Я тепер зрозумів, да? Чому мене в школі лінивим називали. А я тепер хочу бути лінивим, якщо чесно. Знаєш, воно як прикольно. А що ти не хотіла робити? Чому лентяй? Ну, у мене не було хисту до математики, я її в принципі не вчив. Але мені нормально було вийти на сцену, там розказати, всі попадали. І я такий, все, батя в зданні. Да, ну, і нормально. Да, да, конечно. Слухай, ну з лінію ми розібралися. Мене цікавить одне питання, яке зараз досить таке актуальне. Прокрастинація. От хочеться пролити якось правду на це. Тому що я розумію, що в мене інколи вихідні проходять так, що у мене є там якийсь план. Так, я хочу зробити це і це. Я зранку встаю, я розумію, що в мене немає ресурсу на це. Я собі нічого не роблю, я вмикаю собі серіал, лягаю, їм і все. І мені навіть не соромно. Вибачаюся, слышиш, нічого не делаю. Включив телек. Ще й кушаєш. Ти нічого не делаєш? Да, это вообще так. Ну, я маю на увазі, що в мене таке, знаєш... Ти не зробив то, що запланував. Так, у мене двояке таке відношення. Да, этот список нужно переосмыслить. Ми очень часто себе врём, і если вообще пишем списки, ну, какие-то органайзеры, идём, это классно, потому что есть целое психологическое упражнение. Ты почти его разгадал, да? Так. Оно так и делается. Список дел, называется «Фотография дня». И ты его запланировал, а потом смотришь, и так на протяжении недели плюсики ставишь. Это выполнил, это нет, это нет. И смотришь, что если некое дело ты не делаешь две недели, вот так вот его вычеркиваешь. Тьфу. И до побачення. И до побачення. Оно не актуально, это не твоя тема, или это не актуально, то есть это не сейчас, не в ближайшая пятилетка, да, не в ближайшее, ну, то есть не твое. Если туда не доходит энергия действия, вот-вот не срабатывает на протяжении двух недель, это самообман, это нечто навязанное. И я не договорила, вот эта вторая лень-болезнь, то, которую ты говоришь, я там полежать. Вот если с первой ленью, матушкой, это классно, просто можно разобраться с мотивацией, да, нет, взвесить. И позволить себе полежать, то вторая лень, болезнь, это как раз та тема, когда ты в минусе, энергии нет, надо лежать. Вот, даже есть упражнение, просто постоять в середине комнаты, но ничего не делать. И как долго ты или я можем выстоять, ничего не делая? Ой. Мне кажется, секунд 10 и не больше. Ну, ты понимаешь, да. И нужно осветить, куда ты пойдешь через эти 10 секунд. Это будет действительно какое-то удовольствие? Или это невроз? Типа, о боже, как там мир без меня не умер? Но будет невроз. Это надо осознавать. Это неплохо, нехорошо. Просто ты как бы такой адекватный человек становишься. Ты понимаешь, блин, я немножко нервничаю. А это вообще повод есть для этого поведения? Ну, к примеру, у меня трое детей. И мы же все ку-ку, у кого их больше двоих, да? Ну, да. Но это повышенная тревога за жизнь детей до определенного возраста. Ну, и женщины, которые там всю жизнь, я, ну, другая мать, да, я рано их отпускаю, но, тем не менее, пока ты, вот этот возраст, чтобы оно не упало, там, не умерло, это же такая вот очень повышенная тревожность до трех лет, мне мой терапевт даже сказал, вот там раз в году я проверяю зрение, кровь, сдаю, ну, такие обычные анализы, мне говорят, у вас, наверное, много детей. Такой хороший мужик попался с чувством юмора. Я говорю, боже, это что теперь тут? Как татуировка, это видно где-то? Он говорит, симптом повышенной тревожности за других людей. Вы пока до меня дошли, я вот видел, как вы реагируете на других детей. Там мама сама в телефоне, а вы смотрите. Это же не ваше, чего вы переживаете, не ваша ответственность. А я уже, у меня все другие дети уже, ну, надо, чтобы же они как-то дожили до совершеннолетия. И это же, конечно, знаком на мне. Ну, кто же без меня же мир рухнет. Он говорит, а вы знаете, говорит, попейте успокоительные травки, какой-то курс. Две недели. Я говорю, доктор, я психолог, мне нельзя, я должна там разобраться. Он говорит, ну вот вы-то, конечно, может быть и психолог, я вас очень уважаю. Сейчас, кстати, медицина с психологией классная тема, мы так, подружились, так. И мы друг друга слушаем, и теперь ни психологи не рассказывают, типа, ой, мне вот эти ваши таблеточки. То есть мы понимаем, что тело иногда не поспевает за психикой, и мы прибегаем к какой-то терапии. И иногда даже врачи
теперь советуют психологические методы. Говорят, вам таблеточки только не помогут, mm-hmm. вам нужно пересмыслить жизнь. То есть надо работать в комплексе. И тело, и душа, и разум, вот эта вот святая троица, это именно про это. Клас. Ань, у мене є до тебе одне запитання. І ти знаєш, воно із життя. Були такі декілька разів ситуації, коли, от, наприклад, мені казали, ну там у того те-то трапилось. А я кажу, да мені байдуже. Ну, мені байдуже і все. І мене називали за це черствим. Яким? Чорством. Черством. Так, да, ну, не співчутливим якимось, mm-hmm. так? А я завжди вважав, ну, а на що мені за те переживати? Ну, це його життя, це його ситуації, мені воно на що? Угу. От мені тепер хочеться дізнатися, чи так дійсно, чи це... Ти хочеш індульгенцію, щоб я сказала, що ти хороший мальчик? Ні, не індульгенцію. Мені от хочеться зрозуміти, чи ну, от якось розуміє з научної точки зору ось цю позицію. Но ты себя не чувствуешь чисто, вины нет у тебя, абсолютно. Да? Абсолютно. Ну, научное тут, это все, ты понимаешь, это эстетика, этика, предмет философии. Mm-hmm. Это все твоя этика. И чувство вины порождает наказание. Я вот за этот постулат держусь. Если человек не чувствует вины, и, ну, он не будет за это наказан. Mm-hmm. Провидением, жизнью, там, кармой, ну, кто mm-hmm. как говорит. Кто-то говорит, да, вот эти вот всякие там маньяки, убийцы, они же не чувствуют mm-hmm. вины. Так вот они в таком минусе находятся, что у них и желания такие, ну, в минусе, там, mm-hmm. ну, какие-то зло причиняют, да. А когда ты в плюсе, у тебя, ну, нет желания навредить кому-то. У тебя есть какое желание, да, я за тебя угадаю, сделать себе хорошо, так. свою жизнь, убраться, карьеру сделать, причесаться, там, влюбиться, семью построить. И это мудрое распределение, это называется такие ближайшее коло, да. Сначала mm-hmm. я, потом мой ближний круг. И если тот человек, у которого, как ты говоришь, случилась беда, він не в найближчому колі. І він не в найближчому колі, то это про чесність. Ти говориш, слушайте, товариші, я ще не розібрався тут у себе в під'їзді, не прибрався. І теж там в Африці діти голодають. Я от зараз адекватно розумію, що я не можу. Меня, ну, я не такий крутий пацан, я не можу їм допомогти. От якщо я тут у себе наведу порядочок, и у меня появятся силы, то, возможно, да. Но я даже не буду так себе льстить. Мы посмотрим, что произойдет. Mm-hmm. Чаще всего так и происходит. Откуда появляется истинная потребность в благотворительности? Не наигранная, не навязанная, не модная, а истинная, она происходит так. Когда у тебя все хорошо... То ти ж можеш зробити комусь добре. То ти такий йдеш і говориш, пупсик, ну чого ти платиш? Що ти такого? А він такий... Вообще, капец, денег нет. И такой открываешь кошелек. Ой, сколько нет? Он такой, 20 гривен на мороженое. Да дайте 40. Ну, кайфани. Потому что у тебя сколько в кошельке было? Больше, чем 20 и 40. И у тебя появляется желание. Это даосы придумали пирамиду ценностей. Они mm-hmm. круче, ну, первые, так. чем Маслоу, Маслоу, там пирамида. Mm-hmm. Они классные. Ну, сейчас услышите, запоминается. Первый уровень. Развитие осознанности, это мы все там бываем, мы такие рождаемся, голодный, ну, голодный человек, и он голодный, или в еде, или в знаниях, там, или в отношениях, потом сытый, наелся, потом пресыщенный, и тогда ты хочешь раздавать. Ну, и четвертое, это творец, это когда ты уже там, ну, в общем, до этого надо дорасти, чтобы потом говорить, я еще не там. Ну, от мені цікаво, ми говорили все ж таки про лінь, і знаєте, от ви там казали, якщо цей пункт переноситься, то тобто, значить, він не такий там дійсно... Дві неділі, якщо ти не делаєш нічого, так, що записано в органайзері, прості себе. От ситуація, так? Я розумію, мені потрібно займатися англійським. От потрібно і все цією англійською займатися. І я от весь час пишу, там раз зробила, два не зробила, і потім два тижні от точно перекладаю, і вже так півроку я цей пункт навіть не пишу, хоча розумію, що мені ось потрібно. Що мені робити в цьому плані? Це якась лінь, чи це блок, чи що це зі мною? А от це перша тема, беремо листик, бумажку, що мені дасть, коли я вивчу англійський язик, які дополнительні бонуси. Да. Якщо там, от просто глаз не горить, коли ти зараз об этом говориш. Якщо б там було таке, знаєш, на там і серія. И меня прямо с Опрой вот так вот садят, с Опрой, и я с ней fluent English, и мы про жизнь с ней, только не обы с кем, а с Опрой. Ага. Вот это была бы мотивация. А так тебе, знаешь, ну я не знаю, зачем тебе английский, это я так сейчас могу. Да тоже я поки не знала, да. Да, надо подумать. Є, наприклад, один там пункт, треба здати якийсь іспит, да, умовно кажучи. Треба. Надо и хочу. Ага. А надо делать то, что хочешь. Вот такая вот. Ага, то, что хочешь. Вот с сегодняшнего момента все, тебе надо то, что ты хочешь.
а не то, що треба. Прекрасно. А з іншим пунктом у мене, в принципі, так і виходить, чому я їх виконую. А, наступне запитання в тому плані, що, наприклад, у мене систематично були заняття спортом, да? Да. І в якийсь момент я от те, що зранку я прокидаюся і пам'ятаю, що я просто не розумію, навіщо я прокидаюся, навіщо мені займатися тим спортом, взагалі не розуміла, навіщо та робота, просто от максимальне якесь таке відчуття. І я дійсно, я, мабуть, тижні два-три була в тому стані і ледь з нього вийшла. Угу. От просто чому це відбулося? Бо по суті, спорт це те, що приносить мені задоволення. Але в якийсь момент я елементарно не могла встати з ліжка і це зробити. То, що відбувається, вот, ти говориш, систематично. Опять-таки, якщо все время день сурка одно і то же, вот эта система, ее надо периодически переосматривать. Не зря вот там люди придумали себе, я уезжаю в отпуск. Скажи такое, ты же сильно отдохнул. Нет, мне надо сменить картинку, да. Нужно, вот ты говоришь, две недели у тебя ушло на переосмысление. Ну ты же вышла, ты говоришь, я ледве вышла, ну, але ты вышла. Два-три тижні, це був жах. Ну и что? Ну видишь, у тебя есть личный опыт, и ты, кстати, мы очень многие себя недооцениваем. Ты можешь прям сесть и написать трактат о том, как ты вышла, и для кого-то это будет лайфхак, как выйти из этого состояния. Я не знаю, что было с тобой, но со мной такое происходит периодически, я этого не боюсь. Я понимаю, что пришло время просто, знаешь, переосмыслить. Mm-hmm. Ну, к примеру, вот мы там все телевизионщики, когда-то я была только телеэкспертом. А потом накатили эти соцсети, а это же новенькое. Да. Я, ой, боже, как мне лень эти сторисы. Фу, не люблю, не хочу. Я звезда, должна прийти, они должны все включить, и я должна просто сесть по... Ну, а вот это тут теперь протирай телефон, что-то там... Но жизнь поменялась, и если я хочу продвигать себя как эксперта, то я должна быть в соцсетях. И у меня тоже ушло 2-3 недели на то, чтобы прописать свои дополнительные бонусы, что мне это таки даст. Угу. Теперь мне так в кайф, слушайте, что мне уже дети говорят, мама, слушай, можно мы дома в трусах походим? Не знімай, да? Да, хватит. Мені тепер це інтересно. Тобто, все ж таки, момент того, що наступає момент лінії, або ось така жорстка впадина, скажімо, як була, як у мене, як у вас, це нормально. Да. Це потрібно сприймати, так? Да, звісно. Це вообще, це все хорошо. Це не нормально, це хорошо. Боже, я живая, я реагирую, жизнь, мені плохо, супер. Знаете, кому не плохо? Тот, кто парализован, тело не чувствует. Так. И то же самое с душой бывает. Она уже настолько, ты ее не слышишь, много лет, она тебе уже так, вот тебе, я тебе ничего не скажу, живи как хочешь. Ага. И ты, боже, что я хочу? Туда не пойму. Есть такие люди. Так, это очень длительная терапия. Нужно, чтобы разбудить этот внутри божий дар, этот огонь внутри, называть его как хотите, сказать, да ты знаешь, что ты хочешь, надо просто вспомнить, понимаете? Угу. А если у тебя внутри есть этот детектор, он говорит, нет, звезда моя, мы туда не ходим. Угу. С этими мы не разговариваем. А вот сюда кровь из носа. Ты что хочешь, чтобы ты за 2 месяца мне со своим спортом все скинула, чтобы ты была такая красивая. Надо это слышать и туда идти, еще раз говорю, надо делать то, что хочешь. Не то, что надо, а то, что хочешь. И тогда вообще, ну просто, ну это главный рецепт нашей счастливой жизни. Все складывается. Тобто робити те, що хочемо, інколи переривати систематичність, розуміючи... Да, чтобы переосмыслить, хочу ли я это, ага. Или это они хотят. Пусть они сами себе делают, что они хотят. Класс. Ну, да. Ну, чесно, я в захваті, тому що зараз тебе розумієш, що мені потрібно от з опорою, мені сподобався варіант. А глаз заблістіл, да. Понимаєш? Да. Да, конечно. Максим задумався так. Так, я задумався з приводу того, все ж таки, як жити так, аби не стикатися з цією лінією. А якщо і стикатися, то вона тобі буде на користь. Ну, от я, наприклад, розумію, я от задавав своє питання із життя, тому що я розумію, що мені потрібно берегти свій ресурс, аби зробити собі добре і зробити своєму найближчому оточенню добре. Mm-hmm. До тих мені не важливо. Так, поки що. Поки що, ти так. Ти не великий? Поки не що, такі поки великі, то поки що, да. Але така позиція, вона може допомогти якось урегулювати ось цей стан твого життя, коли ти не роздаєш направо-наліво, а бережеш, і потім у тебе немає ніяких проблем. Ну, я вам скажу вообще, да, абсолютно, ну, как бы, коротко, да. Так. Лень в последние там годы я вообще не ощущаю. Благодаря тому, что я делаю то, что я хочу в доминанте. А мне не лень, слушайте. Мне нравится. А как мне может быть лень делать то, что я хочу?
Слушайте, я одну профессию поменяла. Я то психолог, то стилист, то я, ну, там у меня разное было. Мне все время интересно. Мне все время говорят, ты что, прикалываешься? У тебя такая карьера психологическая. Какие стилисты? А я хочу! А оказывается, что теперь я уникальный специалист. Mm-hmm. Я не только там внешне оформляю. Я делаю разбор гардероба или шопинг. Девочки, господи, они говорят, я 10 лет хожу к психологу, и ничего. Говорят, один раз на шопинг сходила, я жила, я влюбилась в себя. То есть и это все, ты все время будешь сталкиваться с осуждением, с непониманием. Это тоже есть нормально. Mm-hmm. Потому что нас окружают, к сожалению, есть уже страны, где не так. Нас окружают в большинстве несчастливые люди. Mm-hmm. А именно те, которые делают то, что только mm-hmm. надо. И это они факт. Тебе не могут позволить этого счастья. Куда ты идешь? Какой я хочу? Ось це факт. А як, це факт, як да? не перейняти ось це? Осознанность, ты должен понимать. Как там эти страны Скандинавии, это же новое исследование. Когда 50 лет назад у них, по-моему, ввели вот это вот наказание, что если ты ребенка там по попе ударил, да. это приравнивается к сексуальному насилию. Ого. Ну да, но это статистика. То есть там нельзя. Так. Наши тут возмущались, ну, славянские люди, типа, о боже, теперь папа дал подзатыльник ребенка, будет сидеть в тюрьме. Же это за детей же периодически mm-hmm. типа надо. Ну и вот только жизнь могла показать, что из этого вы... И вот теперь страны Скандинавии – это те люди, это новое поколение, не битое, угу. которое делало, что оно хочет. Вот если оно там, не знаю, разбило мамину вазу, то мама максимум, что могла сказать, не по жопе надавать, там, даже не наругать, а сказать, мне это так неприятно, я так долго трудилась, чтобы заработать на эту вазу, мне так жаль, что ты не ценишь мой. То есть с самого детства видеть в человеке человека. И вот это поколение выросло, и что? Это самые экономически развитые страны, там самый высокий индекс счастья среди людей. Ничего страшного, оказывается, без подзатыльников и поджопников не произошло. Жесть, и это прекрасно, и поэтому все реформы надо начинать с чего? С образования. И самые великие страны, они с этого и начинают. Mm-hmm. То есть надо с людей начинать. Но так как мы еще то битое поколение, да, как с чего я начала, не хочешь ходить к психологу, дети сходят. Мы сходили, это те, так. кто ему там за 40. Вы уже посмотрели на нас и уже такие сомневаетесь, надо ли делать то, что надо, а не хочется. А ваши дети, я надеюсь, уже вообще не буду даже как бы думать, буду говорить, боже, как странно, ну, розгами воспитывать людей. У всякому випадку ми робимо усе можливе, аби наше наступне покоління було да, кращим, ніж ми, і здоровішим. Ань, ми тобі дякуємо за те, що розпочала ранку в нашій компанії. І вам большое спасибо.